Ранним утром 6 мая в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Матросова областного центра. На момент прибытия сотрудников МЧС здание было объято пламенем. Меньше чем за час огонь полностью уничтожил бревенчатую конструкцию. Жертвами трагедии стали трое ивановцев. По предварительным данным, двое мужчин и женщина. Минимум двое из них – родственники. Местные жители рассказывают, что в сгоревшем доме проживало несколько человек. Нередко они злоупотребляли спиртным. Одна из возможных причин возгорания – неосторожное обращение с огнем. Подробную картину событий еще предстоит восстановить следователям. В момент прибытия правоспитательных подразделений наблюдалось открытое горение внутри дома на площади более 50 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц техники и 41 человек личного состава. В ходе тушения пожара в частном доме было обнаружено тела трех погибших. В настоящее время на месте пожара работает следственная оперативная группа. Рассматриваются все версии возникновения пожара, проводится опознание тел.